делать это, конечно, всегда, потому что не будет никакого духовного, я вижу, клиенты, идут на сегодня, 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 благодарю, что всегда, да, что благословен Бог наш, всегда, ныне, присно, и во веки веков. Святые, посети и исцеление мощи нашей имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, живущий на небесе, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небесе и на земле. Хлеб наш насущный дашь нам дни, и остави нам долги наши, яко же мы оставляем должником нашим. И не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Яко Твое царство, сила и слава, Отца и Сына, и Святаго Духа, ныне присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, 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 Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся и преподем Христу Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся и преподем самому Христу Цареве Богу нашему. Живые с помощью Вышнего в крови Бога Небесного водворится и чед Господеве. Заступник мой Иси и прибежище мое, Бог мой, уповай на Него. Ведь то избавитесь от сети ловчи, от слависи мятежно. Крещма своим осенить тебя и подкрыве Его надеешься. Оружием обыдите истина Его, не убоишься от страха ночного, от стрелы летящей во дни, от вещи во тьме приходящей, от срящей беса полуденного. Падет от страны твоя тыща, и тьма одесную тебе, тебе же не приближится. Обача очима твоим осмотришь, воздаяние грешника возреши, яко ты, Господи, упование мое, вышнего положил исти прибежище твое. Не приедет к тебе зло, и рано не приближится телеси твоему. Яко ангелам своим заповесть о тебе, сохраните тебя во всех путях твоих. На руках возьмут тебя, да никогда приткнешься о камень ногу твою. На аспида и василиска наступишь, и поперешь льва и змея. Яко на мя уповай, избавлю и покрыю, и яко познай имя мое. Возовет ко мне, услыши его, с ним есть в скорби, изму его и прославлю его. Долготую дни нас исполни его, и влю ему спасение мое. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже. Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже. Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже. Миром Господу помолимся. Господи, помилуй. Последующий мир и спасение душ наших, Господу помолимся. Господи, помилуй. В блаженной памяти представшимся Господу помолимся. Господи, помилуй. Патриарх Сергий, Алексей Пимене, Алексей, митрополит Лавров, Виталий, Иоанна, Гедеона, архиепископа Максима, Мефодия, епископа Антония, Александра и рабов Божиих, протоиерея Александра, Михаила, 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 Александра, Николая, Николая, Иакова, Иоанна, Иосифа, Андрея, Иакова, Василия, Бориса и рабов Божиих, Иосифа, Георгия, Устиния, Дмитрия, Евдокии, Стефана, Анастасии, Марии, Тихона, Георгия, Валентина, Матроны, Анны, Георгия, Илариона.
Агафии, Олимпиады, Нины, Елены и всех, где ныне нами поминаемых, от всех усопших отец и братья наши, покоя, тишины, блаженной памяти, и Господу помолимся. О, простите всякому прегрешению, вольному и невольному, Господу помолимся. Неосужденно предстать у страшного престола Господу, славы Господу, помолимся. О плачущих, болезных, встречающих Христово утешение, Господу, помолимся. И отпуститесь им от всяких болезней, печали, воздыхания, исцелите их, и где же пресвящает свет лица Божия, Господу помолимся. Господи, помилуй. Но якода Господь Бог наш, учени души их вместе, светлым вместе, злащим вместе, покойней, где же все праведные пребывают, Господу помолимся. Господи, помилуй. О причтениях с недр Авраама, Исаака и Иакова, Господу помолимся. Избавитесь нам от всяких скорби, гнева и нужды, Господу, помолимся. Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Божия, Твоею благодатью. Милость Божия, Царство Небесное, оставление грехов, и спросивши тем сами себе друг друга, весь живот наш Христу Богу предадим. Яко Ты есть воскресение жизни, покой усопших рабов Твоих, Батерея Павла, Николая, Матфея, Емельяна, работают Тамары, Серафима, Марии, Гавриила, Косьмы, Ксении, Зинаиды, Надежды, Николая и всех здесь лежащих и повсюду православных христиан, усопших в надежде воскресения и жизни вечной, Христе Боже наш. И Тебе славу воссылаем с обезначальным Твоим Отцем и Пресвятым, благим и растворящим Твоим Духом, ныне пресно и во веки веков. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя. Блаженные я жизнь брал и приял еси, Господи. Аллилуйя, аллилуйя. И память их в рот и рот. Аллилуйя. Боже их во благих отворятся. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Глубиною мудрости человека любовь вся строй. И полезною всем подавая. Едини судителю, упокой, Господи, души раб мои, на Тебя упование возложиша, Творца и Зиждителя и Бога нашего. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков, аминь. Тебе истину и пристанище и мобы, и молитвенницу благоприятную к Богу. Небо же родило, если Богородица безневестная, верно спасение. Благословенный си Господи, научи мя оправданием Твоим, святых приковрети источник жизни геройскую, да обрящу Господь покаянием, погибши овча он есть, воззови мя, спаси, спаси мя. Благословенный си Господи, научи мя оправданием Твоим, Отца Божия проповедавши, и законе бывши, яко же овцы, и древними старими святи, и Христосущ не приставшися, того прилежному ученице молите, долго в разрешение нам даровати. Благословенный си Господи, научи мя оправданием Твоим, утешь пекучи и прискорбный, и в житии крестивый и ревневший, и не последовавший верою, придите, насладитесь, и в живу готовах вам почести, и венцев небесных. Благословенный си Господи, научи мя оправданием Твоим, образ жизни изреченные Твои славы, ощи язвы нашу при грешении,
ущедри Твое создание, Владыко, и очисти Твоим благоутробием, его желенное отечество подождни, рая покишителями сотворяя. Благословен еси, Господи, научи мя оправданием Твоим, древле ухо отнесущим создавымя, и образом Твоим божественным почты, преступлением же заповеди, покимя возвративым землю от нее же взят бы. Но я же по подобию возведи, древнюю добротою возобразитеся. Благословен еси, Господи, научи мя оправданием Твоим. Упокой, Боже, рабы Твоя и учени Евраи. Тебе же лица святы, Господи, и праведницы сияем я посвятила. Усопшая рабы Твоя упокой, презирая все согрешения. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, три сиятельное единого Божества, благочестно поем обеющие. Святый все очи безначальный, за безначальный свиней божественный души. Просвети нас верою Тебе служащий, и вечного огня и свети. Имени пресной во веки веков, аминь. Радуйся, чистая Бога, плоти хорошая во спасение си. Ей же род человеческий обрети спасение, тобою добрящим рай. Богородица чистая, благословенная. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Слава Тебе, Боже. Пойте, пойте миром Господу помолимся. Господи, помилуй. И все молимся о упокоении душ усопших рабов Божиих, всех здесь лежащих и повсюду православных христиан, усопших в надежде воскресения жизни вечной. Ой же, простите всем всякому прегрешению, вольному же и невольному. Господи, помилуй. Якогда Господь Бог наш, учени души их, и держит все праведные упокоеваются. Господи, помилуй. Царство Небесное, оставление грехов их у Христа Бессмертного Царя и Бога нашего просит. Подай, Господи! Боже духов и всякие плоти, смерть по праву дьявола упразднивши, миру Твоему даровавый сам Господи, упокой души усопших раб Твоих, всех здесь лежащих и повсюду православных христиан, усопших в надежде воскресения и жизни вечной. О, еже простите всем всякому прегрешению вольному и женевольному, веселись вместе свете, вместе власти, вместе покойнее, от них же бежи болезнь, печали, воздыхание, всякое согрешение, содеянным словом, делом и помыслением. Яко богинь человека любит Бог, прости, а конец человека, будьте не согрешите, и богинь, кроме греха и правда, это правда во веки и слово, то истина. Яко ты есть воскресение жизни, покой усопших, раб твоих, но представленное, Николая, Надежды, Агафи, Олимпиады, Нины, Елены, Любови, Христе Боже наш, и Тебе славу воссылаем, со безначальным Твоим Отцем и Пресвятым Богим и Творящим Твоим Духом ныне присно и во веки веков. Ты слышишь, ты дрожишь,
Александра, Андрея, Протерея, Антония, Романа, Романа, Трофима, Трофима, рабов твоих Спиридона, Архимандрита, Парфения, Протерея Николая, Александра, Александра, рабов твоих Татьяны, Владимира, Валентины, Людмилы, Пелагеи, Марии, Иоанна, Анны, Марии, и всех залежащих повсюду православных христиан, усопших в надежде воскресения и жизни вечной. Вы же простите всем всякому прегрешению, вольному же и невольному. Якода Господь Бог наш, учили души и книжи все праведные упокоиваются. Милости Божия, Царство Небесное, оставление грехов их. О Христа бессмертного Царя и Бога нашего проси. Подай, Господи, Господи, помилуй. Боже духов и всякие плоти, смерть по праву дьяволу, упразднившись от миру Твоему даровал, и сам Господи, упокой души усопших раб Твоих. Всех залежащих повсюду православных христиан, усопших в надежде воскресения жизни вечной. Твое же простите всем всякому прегрешению, вольному и невольному, и сели их вместе, светли вместе, злаще вместе, покойне. От них избежи болезнь, печали, воздыхание, всякое согрешение с огненными словом, делом и помыслением. Якобы ей человека любит Бог, прости, конец человек и жив будет и не согрешит, ибо один кроме греха и правда, твоя правда во веки, и слово твое истина. Яко ты еще воскресение жизни, покой усопших раб твоих, Христе Боже наш, и тебе славу высылаем. Со безначальным Твоим Отцем и Пресвятым Благим и Творящим Твоим Духом, ныне присно и во веки веков. Иди же купи цари ничьи, тем же Христе Божий представшийся упокой. Яко человека любец, Слово Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присно и во веки веков. Аминь. Все святое Богородице, во время живота моего не оставили меня. Человеческому представительству не верим я, но само застати помилуй мя. Христос моя сила, Бог Господь, честь моя церковь, боголепно поизывающий, от смысла чистого Господи празднующий. Упокой, Господи, душу усопших раб Твоих. Упокой, Господи, душу усопших раб Твоих. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. И ныне присно и во веки веков. Аминь. Боже, светом Твоим блаже, утренней щеки души любовью озари, молюся. Я величе слове Божий, истинного Бога, от мрака греховного взываю. Ой, Господи, душу усопших раб Твоих. Ой, Господи, душу усопших раб Твоих. Слава Сыну и Святому Духу. И ныне присно и во веки веков. Аминь. Житейское море воздвижное мое зрел на пасти горею. Тихому пристанище твоему притекло приюти. Возведи, открый живот мой, много милости. Ой, Господи, душу усопших раб Твоих. Ой, Господи, душу усопших раб Твоих. Слава Сыну и Святому Духу. И ныне присно и во веки веков. Аминь. Житейское море возлезай мое зрено пасти бою, тихому пристанище твоему притекло пьюти. Возведи,
помолимся. Господи, помилуй. Еще молимся, пока не душу усопших рабов Твоих, новоприставленной Агафи, Олимпиады, Любови, Елены, Нины и всех лежащих и повсюду православных христиан. Ой же простите всем всякому прегрешению, вольному же и невольному. Господи, помилуй. Якогда Господь Бог нас учени души, их и еже все праведные упокоеваются. У Христа бессмертного Царя и Бога нашего проси. Господу помолимся. Господи, помилуй. Яко ты и воскресение, жизни и покой усопших, раб Твоих, Иоанна, Захарии, Любови, Татьяны, Александра, Петра, Надежды, Анны, Евдокии, Раисы, Терентия, Татьяны и всех лежащих повсюду православных христиан, Христе Боже наш, и Тебе славу воссылаем, с обезначальным Твоим Отцем и Пресвятым Благим и Творящим Твоим Духом, ныне присно и во веки веков. Господи, души усопших, раб Твоих, славы Сыну и Святому
Святому Духу. Родице, Матерь Света, в песнях возвеличи. Души и души праведных восхвалят я, Господи. Бога человеком невозможно видеть, на Него же не смеющий ни ангельские взирати. Тобою восхищаешься и лишь человеком, Слово воплощенно Его же величающий. С небесными воитя ублажаем. Покой, Господи, душу усопших раб Твоих. Господи, душу усопших раб Твоих. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети, исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое. Да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли, хлеб наш насущный дашь нам днесь. И остави нам долги наши, яко же мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Яко Твое Царство, сила и слава, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне присно и во веки веков. Скончавшиеся, души раб Твои спаси, упокой, сохрани в блажении жизни, я живу Тебе, человека любви, покойщик Твоим, Господи, и держи все святые Твои, упокоиваются, упокой души раб Твоих, яко единицы человека любец. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Ты, если Бог сошедшего, Ты уже окрованных разрешивый. Самый души раб Твоих упокой, и ныне и присно, и во веки веков, аминь, единочистая и непорочная Дева Бога, без семени рушая, молись, спасися душа. Помилуй нас, Боже, по велице милости Твоей, молим Тебя, услыши и помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Веще молимся, упокои душу усопших рабов Божьих, новопреставленного протерея Александра и рабов Твоих, Любови, Агафии, Нины, Елены, Олимпиады и Татьяны. И рабов Твоих, Надежды, Николая, протоиерея Павла, Николая, Матфея, Емельяна, Тамары, Серафима, Марии, Гавриила, Косьмы, Ксении, Зинаиды, Марии, Устинии, Стефана, Анны, Валентина, Иоанна, Матроны, Георгия, Иосифа и всех рабов Твоих, Пелагеи, протоиерея Александра, Марии, Антонины, Татьяны и всех от века усопших, отец и братья наших, где лежащих и повсюду православных христиан, усопших в надежде воскресения жизни вечной. Поеже простите всем всякому прегрешению, вольному же и невольному. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Я когда Господь Бог наш ученик души их, и же все праведные упокоиваются. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Милости Божие, Царство Небесное, со весь веков их у Христа Бессмертного Царя и Бога нашего просим. Помилуй, Господи. Дьявол, пожил, жив, там здоровый, там Господи, упокой души, усопших раб Твоих, Геннадия, Марины, Анны, Владимира и всех, где лежащих, повсюду православных христиан, усопших надежды, воскресенья, жизни вечной, через вместе с этим, вместе с злачьем, вместе покойне, от людей, болезни, печали, воздыхание и всякое совершение, таинными словом, делом или помышлением. Яко благи человека, любит Бог, прости, это не человек, из любви, не согрешить, ибо один, кроме греха. И правда Твоя, правда во веки, и слово Твоя истина.
Святотрийское воскресенье, жизни покоя, собственных раб Твоих, Христе Божий наш, и Тебе славу воссылаем с изначальным Твоим Отцем и Пресвятым Богим, и Творящим Твоим Духом, ныне присно, и во веки веков. И мудрость, Пресвятая Богородица, спаси нас. Слава Тебе, Христе Божие, упование наше, слава Тебе. Благодаря воскресенье мертвых Христос, истинный Бог наш, молитвами Пречистая Своей Матери, святых славных и всехвальных апостолов, преподобных богоносных отец наших и всех святых, душ от нас представься рабов своих, здесь лежащих и повсюду православных христиан, усопших надежды воскресения жизни вечной, вселенных праведных учениц, в недрах Авраама упокоит и справдинца пресвета нас, помилуй тебя, ко благу человека, любит. Во блаженном успении вечный покой подашь, Господи, усопшим рабом Божиим всем, зде лежащим повсюду православным христианам, усопшим надежде воскресения жизни вечной, и всели, и сотвори вечную память. Христос воскрес! Воистину воскрес! Христос воскрес! Воистину воскрес! Так, пойдемте туда, пройдем на это. Там